Папа, мама, я – отличная семья. Презентация данного проекта прошла в Басарабяске. Он будет реализован женским клубом «Голубка» в нашем городе и в соседнем Камрате. Цель проекта – продвинуть среди молодых людей принцип равного распределения обязанностей в семье между мужем и женой. Мы все, как бы в своих проектах боролись за права женщины в политике, в обществе, на трудовых местах. А о том, что сегодня надо защитить женщину в семье, мы как бы задумались только впервые. И, слава Богу, как раз под руку попалась программа Фонда «Восточная Европа» по недискриминации в семье. Написали заявку, пожалуйста. Мы сегодня имеем возможность реализовать эту идею у нас в нашем родном городе и еще в соседнем Камрате. Проблема дискриминации женщины в семье уходит своими корнями в глубокое прошлое, поэтому так сложно поддается решению. Модель поведения родителей копируют и их дети. Ну, я вам приведу такой пример. Значит, был урок начальных классов на духовно-нравственное воспитание, и там учительница, значит, тема, видно, была у нее такая, она попросила ребят показать, как себя ведет папа, когда приходит с работы. И вот было интересно смотреть, что все мальчики занялись, кто читал газету, кто смотрел телевизор, кто еще чем-то занимался. Потом попросили девочек показать, чем занимается мама. И показали, мама стирает, мама на кухне, мама проверяет уроки. То есть, видно, дети видят то, и это и копируют, потому что они еще маленькие, они сами это создать не могут. Они увидели, они нам показали. Конечно, разрушать эти стереотипы будет очень непросто, но пусть наш проект будет маленькой капелькой, но эта капелька есть, будет, и она все равно сделает свое дело. Достигнуть желаемых результатов команда проекта собирается довольно креативными методами. В течение полугода будут проведены конкурсы «Лучший папа» и «Папа, мама, я – отличная семья». Будут работать дискуссионный клуб и социальный театр. Планируется установка баннера с социальной рекламой, производство телесюжетов и очерков о счастливых семьях. Кроме того, будет разработан местный план действий по предотвращению насилия в семье. Проект показался мне очень интересным, так как в нем сосредоточено большое количество интересных конкурсов для молодых семей. Пары смогут в рамках данного проекта переосмыслить ценности своей семьи. Женщина, возможно, станет больше уважать своего супруга как главу семьи, как добытчика. Мужчины в данном проекте смогут по-другому отнестись к семейным обязанностям. Не только женщина должна стоять у плиты, воспитывать детей, делать домашние задания, по хозяйству убираться, но мужчина должен во всем ей помочь. Данный проект проводится впервые в нашем городе, и успех он будет иметь. Здесь будут показаны дружные, счастливые семьи, будут выступать и мамы, и папы, и дети, будут проводиться конкурсы. Смотрю, социальный театр. Детям очень нравилось, когда они выступали, ребята. Я думаю, что будет интересно. Главное, чтобы наши жители приняли активное участие. Проект «Папа, мама, я – отличная семья» реализуется при поддержке Фонда «Восточная Европа» из финансовых средств, предоставленных фондом ОАК.